упал низко он у ног людей, оплеван был, избит, унижен. Всесильный Бог, Творец миров, творением собственным обижен. Минуты медленно сплывают, и гвозди в руки забивают. Открыты раны, кровь идет, и для него открытый счет. И нету сил томиться плоть. В толпе по-разному кричали: «Он говорил, что он есть Бог! Мы богохульника распяли! Распятый царь пусть со креста сойдет, тогда уверуем в него!» Толпа кричала, а у креста стояла мать, и сердце болью обжигало того, кого любила и растила, бессильно на глазах у всех теряла. А солнце беспощадно жжет, воды немного, хоть глоток, но губы слиплись кровью. Хлеб жизни с ними он делил, водою жизни их поил и через боль проговорил: «О Боже мой, о Боже мой, ты для чего меня оставил?» Сказал он: «Жажду, совершилось», и низко голову склонил, и тотчас дух свой спустил. «За что такое заслужил? Чтоб я и ты с ним вечно жил». Слава Богу!